Че, морда? Пойдем рыбачить? Пойдем? Рыбку поймаем. Сейчас тебе колбаски отрежу. Пойдем. Вперед, 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 человек. Вперед. Да, вперед. Пошел, пошел. Так, это мы вчера наловили. Уже солененькое. В рассольчике, да, режет. Сейчас развешивать будем. Блин, ночи холодные. Одетые спим. Да, это вообще июль месяц, середина. Ты человек ласковый. Где-то накосячил, видно. Или соскучился, наверное. Ты что, за ночь успел соскучиться? Сейчас чай попьем. Вот, моментальненький кипит. Чего у нас тут? Покипает. Ответственный момент, да? Открытие холодильника. Что там у нас? Холодно? Угу. А ты развяжи вот это, да? А, там у нас молоко будет, да, холодно. Масло. Масло такое твёрденькое. Ладно. Очень хорошо. Курочку будем кушать. Будем готовить курочку. Филе. Что у нас тут есть? Мука кукурузная. Какой-то идеальный помол даже называется. Еще и фиг найдешь ее, да, такой? Ну, кукурузы сюда нету нигде. А, что у нас тут? Сейчас лицо сюда разобью. Угу. А все равно что-то тепла нету такого вот. Знаете, как летней жары. Марево вот стоит. Холодно. Холодно, точно. Ночью-то холодно. Одетые спим. Годно, да? Это мы в сентябре, так где-то начало сентября. Конец августа может такое быть, что одетым спать. Так. Но комары все равно закусывали. Угу. Пока этого не подожгли, да? Угу, пластинку. Ну что? Получается у нас что-то. Угу. Сейчас там тесто настаивается. В шприц его закачаю. Ну, пошла ловля, да? Да, чуть-чуть вот наловили. Сколько там? Ты даже не считал вчера? Не знаю, 13. Или 11, 11. О, блин. 11. Да, и все на кашку на эту, блин, ни на что не берет больше. Хлебушек пробовали, еще что-то. Червя-то здесь жизнь не найдешь, да, на камне. Бабочки нету. Бабочки нету, мухи нету тоже. Ну. Так вот. А мы сейчас жарим вот такие вот штуки. Ну, еще не жарим, так. Приготовление у нас. Ты смотри, хитрый пес, а. По воде не решил не идти. По дамбе. Да сиди тут, ладно, все. Сейчас искупаемся. Придем. Блин, что за лето такое холодное, а, зараза. Вообще невозможно купаться. Блин. Представь, купаемся в майках, да? Вышли такие. Ладно, нормально. Чуть-чуть освежились с утра, это уже хорошо. Холодно купаться. Такого удовольствия нету, да, как те года. Какой-то, блин, там из воды даже вылазить не хотелось. А сейчас что-то очень. Как-то... Я даже не нырнул еще ни разу. Ни разу, ну. Да так, проплыли маленько с масками. Какой-то... Разнообразие и все, больше ничего хорошего. Хорошо. Ух, воздух хороший. Пойдем, точно.
Быстро на ней двигается. С лечением борется. Здорово. Как рыбалка? Есть маленько. А? Есть маленько. Крупный, мелкий. Да такая, с ладошку. Ничего такого хорошего. Вот он. Смотри. Быстро, да, можно двигаться на ней. Шарик, тихо, нельзя, нельзя. Я тебя сниму, если что, ничего? Не, я хотел посмотреть, просто система эта настроена как. А, вон она, нифига себе. Интересная штука. А это просто как каркас удерживает, да, вот этот получается? Он жесткий, чтобы, ну да, 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 жесткий что-то не это. Придает, но сырого и достаточно заодно. Чуть валы ее гнет. Видите, вода сюда попадает. Ну, в принципе, это меня все устраивает. Хороший бедер. Интересный мужик с бескамжи идет. Уже 3 ночи ночевал. Блин. Сегодня, говорит, уже Междурье воду, говорит, то есть дойдет. Хорошо. Эх ты, блин. Лихо он ей управляется, а. Скажи, что делаешь? Так, для растопки маленько, да? Маленько. Чтобы сильно не заморачиваться. Газеты не пихать. Ну, рядом лежит. Да, все, конечно, рядом. И все просто, да? Такое прикольное место. На балкончике сидишь. Здесь садись вот так вот. На стульчак. Ножки вот так вот свешиваешь. И смотришь куда-то вдаль. Да, такой оазис. Счастье для человека. Вообще здесь побывать просто счастье. Стараемся каждый год сюда приехать. Да никакие ни воспоминания, нигде тут ничего. Просто, знаете, как красота. Вот что. Вот парень тоже проплыл, да, сейчас на лодочке. Тоже зашел, говорит, как-то камень этот называется. Есть, то есть название у него. Я первый раз слышу об этом, конечно. Перед тем, как дрова искать, стоит по кустам пошариться. Никуда не ломиться. Вот все рядом. Это мухи полетели, блин, зараза. Мухи. Сжирают. Так, ребят, если одной кедрой топить, то получается углей не нагорает. А вот всякой этой шляпой по кустам собранной, да, вот этой, там хотя бы угольки какие-то. Кедра, она жар дает, а вот угля не дает. Давай, давай только перемешивай. Угу. Кастрюльку возьму вот эту, угу. Чашечку где там. Давай. В этом сколько много. Готовый продукт. Ну, прикольно. Ребят, вот так вот междуречески отдыхают. Две девушки на лодке могут сплавляться с верховьи. Круто. Просто круто. Мы даже одну девушку как-то видели, да? Медведь только ее напугал. Вот они, смотрите. И все, она рулится, все у них хорошо. Какое счастье, да? Селфи. Блин, у нас тут сфотографируйте, пожалуйста. Да? Такие яркие, красивые. Эх ты, блин. Шарик, нельзя. Вы с ночевкой или так, проходом? А? С ночевкой? Нет, мы на проплывом. Молодцы. Молодцы. А что, здесь дорога есть, да? Ну, на нашей машине есть нашей. Ну, если что, заплывайте вечером.
У нас все есть, побалдеть. Да хотя, что вечером, сейчас заплывайте, да? Ну что так вкатывает? Вкусно. Так. Да? Вот так вот. Чай горячий. Хотя на улице это особо не жарко. Ну да, ощущать нормально идет. Да, вот не перестаю удивляться, да, как в Междуреченске отдыхают люди. Мы просто сели на электричку, взяли две таких. Да, это классный отдых, кстати. Он недорогой, самое главное. А у нас-то все в Турцию куда-то, в Прокопьевске, да, ломится там. Где-то, похоже, тайга горит. Марево стоит вот такой вот. Понимаете, даже день-то не солнечный. Вот. Смотрите, что туманом как. Сейчас пойдем купаться, ага. Потеплело маленько. Все. Ух, красота! Выплываем. Народу очень много. Шарик, тише. Лает, всех облаивает. Ты смотри, шишку все-таки. Че, сбил ее? Получилось? Да. Да, нифига себе. Фига. Ну а что, не рядом? Нырял под камнем. Вот такие шортики достал. Смотрите. И ключи. Так вот. Кто-то обронил с лодки. Так вот. Ребят. Да фиг знает. Да выкинуть-то просто не выкинешь. Да ладно, пусть болтается в машине, да, бросим. Интересно, шарахаюсь по окраинам, вот так хожу по воде. Вода теплая, ветерок холодный. Смотрите, в одежде я весь. Купались и все, и сразу. Но какой-то мороз такой. На костер вроде как бы и рано топить такой, что, знаете, греться возле костра, ну
В одежде точно нужно сидеть. Ну, единственный плюс, мух нету. Вот даже по берегу, там по камню видно было, да, раньше какие-то у них там зародыши, что ли, блин, или они рождались, там муха черные такие, как соты стояли. Один год даже поджигали туда, лазили. Уже поздно они уже как вылезли. В этом году просто холодно. А, нет ничего, ни мух, комара мало. Марио стоит, да, какой? Наверное, камера не передаст. Видно, откуда-то оттуда туман. Но дымом горелым не пахнет, ну понятно, что это дым. Сейчас даже время, я Вадик говорю, сколько сейчас время примерно? Он говорит, ну часа 4, 5, 2 часа время. То есть настолько солнце закрыто и тучей, да, еще вот этим как бы, дымом. Так. Я говорю, снимаю, говорю, на блесенку пытаемся ловить. Да, так. Че, интересно. Ну? Чего у тебя с удочкой-то? Проблема какая-то, нет? А что прощелкивает это у тебя? Было такое желание вокруг острова там оплыть, знаете, как те года мы делали. Ну, хотя мухи кусали, да? Сейчас и мух нету. И, блин, холодина, блин, собачья. Вообще, желания, короче, никакого. Будем здесь стоять? Греться на ветру теплом. Но ветер тепленький, хорошо. Вот там компания идет, елки зеленые, слышишь? Ой, круто. Урал по броду пошел он. Ага. Он уходит туда. Тут все компании уже прошли, вы сами последние. А мы не торопимся. Что-то тут народ уже. Мы одни заблудились. Блин, откуда что капает-то, да? Дождь закапал. Собака, блин, такая. Сейчас костерчик затопляем. Жаркое делать. Жаркое это называется, да, у нас? Говядина с картошкой. Что-нибудь такое, короче. Морковку туда почистим сейчас. Вкусно будет. Теплая погода. Дождик прокрапывать начал. Хотя таких туч-то дождливых не видно. И вода падает. Это самое там нам нужное, то, что было как-то раз мы остановились. Пришлось даже вечером сгребаться и домой. Подъем резкий начался, вот сейчас здесь пока еще рыбачим стоим. Ну че, к чему дождь пошел, блин, вот зараза. Ладно, нормально. Черт бы он сдался, а. Ковтец один, надо его убрать. Что, спрятался? Вот так вот дождь пошел сразу. Не, маленький, знает да. Место. Эх ты. Маленький дождишка, лодырю отдышка. Да, прикольно. 150. Вот. 450 рублей, короче, на развитие туризма. Это я в шортах нашел. Плюс ключи, непонятно, от квартиры или еще от чего-то, от подъезда. И у нас еще карточка вот такая. Вот так вот. Ну, это мы сейчас, можно через интернет там где-нибудь посмотреть, если нужна карточка. Ну, ключи хотя бы нужны. Карточку-то, понятно, уже аннулировали. Да, вещи надо привязывать аккуратнее. Ну что, картошку закладываем? Давай, нормально уже все наварилось, ага. Да. Интересная компания остановилась снизу, да? Много так ребятишек, шуму столько от них было. Ну, поначалу, знаете, такие они радостные, выскакивали на берег. Как-то обустроились, тихо, костерчик горит.
Да, классно. Все равно вот этот отдых, знаете, как он больше семейный, наверное, что детей сюда с собой везут, приучают их вот даже вот в такой как бы обстановке переночевать, еду сготовить. Да, обычные дела даже хозяйские какие-то свои. Ух ты, наваривается какая хорошая. А, и запах-то хороший, ну ладно. Не надо, пускай настаивается. Все, мешать не будем. Сейчас пойдем искупаемся еще. Тут кто-то днем дождь был, прокрапал. Все, нету его больше. Пока в это время подремали. Что-то хорошо наелись, картошки с мясом. Ох. На природе хорошо жуется. Кыш, мухи. Выше по течению два парня на лодке подошли. Ну что-то совсем готовые прям. Там добра не жди. В воду лезут. Блин. Да. Ну ладно, посмотрим на продолжение концерта. Только к вечеру пена вот такая начинает собираться. Днем ее так, то ли нету, то ли не замечаешь. Вот. К вечеру в островки в такие, где-то вот к берегу прибивается. К вечеру, к теплу. Аж он с жопой к казану прижался. Да, Шарик? Тепло там, наверное, запах теплый. Молодец, молодец. Пока травичек подрубаем, Шарик спокойненько спит. Даже не наблюдает. Это, блин, зверь. Красная смола. Ну, наверное, лет 30 этой кедре, когда мы ее забрали из-под моста, она там как основа лежала. Блин, пеняющий кислый запах такой, прикольная штука. Горит хорошо. Будем жарить оладушки. Еще надо чашку ополоснуть, да куда складывать-то. Короче, попробовали на нашей печке. Знаете, слишком жарко. То есть огонь чрезмерно идет. Будем вот на такой вот, на газовой. Угу. Не ловится что-то ничего. Пойдем на выход. Вот такая. Нет, чуть не хочешь ничего ловиться. Ага. У тебя что тут? Вкусняшки? Да. Круто. Начинает. Угу. Да, вот такой у нас ужин. С газеткой. Сидим. Ужин, говорю, с газеткой. Да. Читаем и одновременно едим. О. Комсомольская правда. Что попалось под руку. Такая хозяйство. Хорошо. Да, 7 утра. Решили чай попить. Яйцо сварим, да, перед дорогой. Поедим. Что ж опять, сейчас? Лаял всю ночь. Ну, скажу, компания беспокойная стоит. Хорошо, что далеко они. Всю ночь что-то они там шебуршатся, когда спят люди, непонятно.